В Западной Казахстанской области самонадеянный рыбак ушел под лед вместе с автомобилем. На помощь пришлось поспешить водным спасателям. Все, вот дверь приоткрыли, сейчас она пойдет. Оказалось, любитель подледного лова решил сократить путь и поехал по Кушумскому каналу. Вот только не учел, что весенний лед не выдержит полуторатонный Рено. За считанные минуты автомобиль почти полностью ушел под лед прямо возле берега. К спецоперации по поднятию внедорожника пришлось привлекать автокран. Поставить автомобиль на колеса удалось почти через час. К счастью, обошлось без жертв. Водитель смог самостоятельно выбраться на берег. На месте происшествия спасатели провели подводно-технические работы по страховке автомобиля. И с помощью автомобильного крана он был извлечен из воды.